Выкопилось наводнение. Затоплены некоторые дворы, улицы и дороги города. Спасательные работы там начались этой ночью. Сегодня мэр Выкопилса Райвис Рагайнис рассказал и показал, что происходит в городе. В настоящий момент в тех местах, где ночью была эвакуация, уровень воды упал. Однако он продолжает подниматься в других местах. Как вы видите за моей спиной, спасатель города – это водослив, который регулирует уровень воды в городе. Вода сейчас переливается через него, что означает, что уровень воды в городе повышается. Внизу уровень воды более-менее упал. Это означает, что в данный момент уплотнение прямо у Выкопилса, у низов Даугавы. Поэтому уровень воды в Выкопилсе повышается. Происходит затопление подвалов, дворов у дамбы. Что-то прорывается по канализации. Мониторим происходящее. Сейчас мы видим, как жители, которые хотят вывести какие-то вещи, нашли большие машины, на которых здесь еще можно проехать. Два человека эвакуированы. 11 написали отказ от эвакуации. У нас есть служебная гостиница, куда мы заселили эвакуированных. Мэр Выкопилса отметил, что на улицах города дежурят представители полиции самоуправления и госполиции, чтобы в случае необходимости регулировать дорожное движение. Завтра утром межведомственное совещание по ситуации пройдет в Министерстве защиты среды и регионального развития.